Под председательством главы государства состоялась рабочая встреча Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан в формате видеоконференции. В ходе мероприятия подробно рассмотрены меры по восстановлению экономической и инвестиционной активности в Казахстане в условиях пандемии коронавируса, а также вопросы развития и повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны. Касым-Жомарт Токаев обозначил создание новых инвестиционных инструментов. Для этого в соответствии уже разработан механизм стратегического инвестиционного соглашения, который обеспечит гарантированную стабильность законодательных условий со стороны государства на весь период действия. Добро пожаловать на рабочую встречу Совета. Предлагается возмещение до 20% капитальных затрат путем зачета против налоговых обязательств. Инвестиционное соглашение предусматривает возможность продления действия преференции для участников специальных экономических зон. При этом соглашение будет очень гибким. Уровень поддержки зависит от объемов инвестиций и приоритетности проекта. Законодательно данная инициатива будет реализована до конца текущего года.